опции. Ты делаешь вид, что меня нет? Сейчас тряхну, если попозже, а? Но похлебал не получил, уже здорово. Всем привет, друзья! Вы на канале Барямба, и это я, Барямба. Для сегодняшнего пранка нам понадобится парик, музыкальная колонка и девушка, которая будет делать вид, что она не хочет со мной знакомиться. Погнали! Не хочешь познакомиться, пупсик? А? Ты просто игнорируешь меня? Девушка, не хотите познакомиться? Я к вам обращаюсь. Нет? А чего так? Ну, парень есть. А, ладно. Главный, музыку включил бы, да? Эффектно. А? Эффектно. Да, блин, сюда пишет. Волосами это делать. All that I have is all that you've given me. Пупсик, познакомимся? Ох, слышь. Девушка. А. Я девушке. Я не знакомлюсь, простите. Ладно, ничего. Я его по самославу не ты подобрал. Страна требует героев, дорожает дураков. Простите, пожалуйста. Давай. А не хотите познакомиться? А, не, спасибо. А что так? Да я просто работаю. А, занят? Да. А так бы... А чё бы нет? Ну да. Вот, согласен. All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? Не хочешь познакомиться, пупсик? Пупсик? Познакомимся? Интересно? Что-что? Я девушке говорю, девушка, не хотите познакомиться? Нет? Не помню. Просто вас заметил, вот такая симпатичная, сидите одна, мне кажется, скучаете. Нет, спасибо, не напомню. Тоже не захотели. Да. Пустили свое счастье. А такое не нужно. Такое не нужно. Перевоспитаете. Стрижете его, отправите на завод, он будет строить ледоколы. Нет? У меня уже есть один. Есть один? Два будет. All that I have is all that you've given me. Познакомимся, пупсик? Иди отсюда. Пупсик? Пупсик? Девушка? Познакомимся? Я не знакомлюсь. А, ладно. Блин, что с ними-то вообще? Такие люди, да? Не хотят. That you've given me. Did you never worry? Познакомимся, пупсик. Давай познакомимся. Виталик. А, да я девушка. Ты, по-моему, перепутал. Что? Девушка, познакомимся? Не знакомлюсь. А. Давай с тобой познакомимся. Вот это поворот! Ты чего? Не, да. Спасибо, блин. Пупсик, познакомимся? А что случилось? Не хотите познакомиться? А что случилось? Вот предлагаю познакомиться. Давайте познакомимся. Меня зовут Борис. Очень Александр приятно. Александр Александрович Пепел. Честь имею. А вы откуда?
Местный? Да, я с Васильевского острова, а вы откуда? Понял. А я думал, вы не местный, решил вот как бы чуть-чуть рассказать, показать парк. Да мы сами все знаем. Все, понимаю. Она вас парик одет? Да, это парик. Я просто в образе под прикрытием сейчас работаю, не обращай внимания. Работай дальше, пап. Спасибо. Did you never worry that I come to depend on you? Сладкий пирожочек, не хочешь познакомиться? Я что, невидимка? Ку-ку. Интересно тебе или нет? Скажи, просто скажи. Пупси. Да, да, я вам говорю, девушка. Да. Не знакомлюсь. Не знакомитесь? Ну ладно. Летнее обострение или затянувшееся весеннее? Что-то из двух. Надеюсь, что ему никто розу не набьет. Возможно. А то как-то можно так и получить за пупсик. При определенных обстоятельствах. Пупсик, не хочешь познакомиться? Тебе как ответить? Есть какой-то интерес? Или нет? Пупсик. Пупсик. Ты делаешь вид, что меня нет? Сейчас тряхнуться, или попозже, а? Девушка, познакомимся или нет? Я не знакомлюсь. Не хотите? Ну ладно. Вот, блин, только хотели тебя пранкануть, а ты узнал. Это пранк, вон камера, ну пошути. Блин, такой ты посидел, ты пупсик, пупсик. Отличная реакция. Мы на самом деле прикол снимаем. Ты, оказывается, девушка. Немножко так смутил меня. Я не против, давай познакомимся с тобой. Виталик. Боря. Очень приятно. Ты понял, что мы тебя разыгрываем? Да, ну ты, блин, я пришел к вам. Да. Я сразу это чувствовал. Я много смотрел. Но сначала все равно, да, такая реакция, что типа, уйди. Depend on you.